Откройте мир танцев. В воскресенье областная филармония и губернская балетная школа представили уникальный детский абонемент. По сути, это мастер-класс для маленьких костромичей по народному танцу. Проект экспериментальный и открывает новое направление концертно-филармонической деятельности. Он призван раскрыть богатейшую культуру народов России и других государств через искусство, а также показать специфику обучения детей, желающих в будущем стать артистами ансамбля народного танца. Третий звонок. Зрители торопятся занять свои места в зале. Вместе с родителями любители хореографии пришли посмотреть класс-концерт губернской балетной школы. Мы не только пришли, мы приехали из Ярославля посмотреть. Мы знаем, мы сами хореографы из Ярославля, знаем, работаем с балетом «Кострома» вашим, поэтому знаем, вот приехали посмотреть, что теперь делают дети. Они очень хорошо танцуют, очень самобытно, очень интересно. Как бы народные танцы в современном ключе, поэтому все очень нравится. Я люблю танцы. И музыку люблю. И просто захотелось посмотреть вот этот концерт. Батман тандю в казахском характере, тающий батман в белорусском и экзерсис с цыганским настроением. Все эти изящные словесные повороты на самом деле названия сложнейших па. Чтобы достойно показать вот такой класс-концерт, ребята занимаются ежедневно по 6 часов. И это после основных образовательных уроков. Аревуар в прощальном поклоне друг другу и преподавателям они говорят лишь в половине 9 вечера. Такую нагрузку выдерживает далеко не каждый. А потому на пути от старта до финиша отсеивается 2/3 учеников. На сцене филармонии четверокурсники хореографического колледжа выступают впервые. Здесь им все в новинку – и расстановка, и свет, и близость со зрительным залом. Но приобретенный с годами ежедневных тренировок опыт позволяет держать марку на любой сцене. Впечатления вообще совершенно другие. Обычно мы танцевали в губернском, там сцена побольше, здесь она как-то покомпактнее. То есть большая ответственность еще больше появляется, все равно волнение присутствует. Хорошее впечатление, такая домашняя обстановка, в общем, все нравится. Есть контакт с публикой. Мы решили провести этот класс-концерт для того, чтобы познакомить жителей Костромы с таким тяжелым повседневным трудом студентов, которые учатся на артиста балета. Жанр очень такой тяжелый, концертный, класс-концерт, потому что, ну, во-первых, нет костюмов, нет элементов, практически никаких атрибутов, реквизита никакого нет. Здесь, то есть, присутствует чистота жанра. В чистом виде, то есть в репетиционной форме, ребята показывают ежедневный наш труд. Губернская балетная школа существует 12 лет. Ее специализация и конек – народный танец. Равным студента нашего хореографического колледжа в России нет. Мастер-классы по народному танцу ученики и преподаватели балетной школы давали в Австралии, Новой Зеландии и Татарстане. Но больше всего, рассказали ребята, они любят выступать перед костромским зрителем. Ольга Смирнова, Алексей Петров, телекомпания «Русь».